Всем здравствуйте. У нас продолжение нашего разговора. Уже мы близимся к завершению нашего сезона. Вот, но еще это не самый конец. Разговора про сетевые протоколы в Linux. И эта лекция, по всей видимости, будет последняя для и задание, последняя для четвертых и шестых курсов, у которых уже чуть ли не сессия началась. Вот. А все остальные еще парочка лекций у нас будет в мае месяце, а то и больше. Ну, парочка точно. А сегодня у нас довольно, ну, как обычно, да, тема из серии «Впихнуть невпихуемое». Вот, потому что мы поговорим за один присест про межсетевые экраны. И это задача более чем невыполнимая за время одной лекции. Поэтому большая часть того, о чем мы будем говорить, будет иметь обзорное такое значение, но попрактиковаться мы тоже попрактикуемся обязательно. Во-первых, и в главных, вообще говоря, нет четкого определения того, что такое межсетевые экраны. Вот. Потому что это какое-то что-то, что творится, что обычно вытворяют с трафиком. Да? Для себя я дал такое определение, которое не слишком четкое, но хорошо описывает класс задач, с которым обычно имеют дело, в случае, говоря про фаерволы, они же межсетевые экраны, это ограничение, перенаправление, преобразование и учет трафика. Причем, когда мы говорим слово трафик, сетевой трафик, мы не имеем в виду конкретный уровень протоколов или конкретных приложений. Мы говорим про вообще передачу информации. Да? Вот такое общее определение хорошо накладывается на любую логическую конструкцию, которую впоследствии можно назвать межсетевым экраном. Про что мы не будем разговаривать сегодня вообще, хотя если в каких-то будущих версиях этих лекций хватит времени, то этому стоит уделить особое внимание, это про то, что межсетевые экраны бывают на практически всех уровнях, не только на сетевом и транспортном, о котором у нас будет сейчас подавляющее большинство разговоров и упражнений, но также и на интерфейсном уровне, то есть на уровне, условно говоря, бриджей. Вот, когда мы не заглядываем в пакеты, собственно, сетевого и более верхних уровней. И на прикладном уровне тоже бывают фаерволы. Вот, когда нас интересуют скорее не сетевые компоненты, не сетевые составляющие передаваемого трафика, а именно что интерпретация этого трафика с точки зрения уровня приложений. Вот. Ни тем, ни другим у нас заняться на сегодняшней лекции точно не хватит времени, поэтому я просто упомяну о том, что такие штуки есть. В Linux есть как минимум два семейства межсетевых экранов интерфейсного уровня. Это Ethernet Bridge Tables, вот, который в сокращении выглядит так, что мне даже я не решаюсь это прочесть вслух. Вот. Значит, Ethernet Bridge Tables — это проект того же гнезда, что IP Tables. Такой на сегодняшний день самый исторически известный инструмент межсетевого экранирования в Linux, вот, но относящийся как раз к Ethernet Bridge. EB. Как вы понимаете, особо сильно упражняться в задачах ограничений при направлении преобразования учета трафика в случаях, когда мы имеем дело с Ethernet-фреймами, особого смысла нет. Ну, наверное, как раз этот смысл появляется там, где у нас какие-то сложные бриджи, которые должны обеспечить, ну, например, различную приоритизацию или что-то такое. Вот. Но даже там, может быть, нам достаточно каких-то инструментов типа Traffic Control, о котором мы говорили на одной из прошлых лекций, а настоящий большой фаервол нам там не нужен. Тем не менее, такие инструменты есть, и
помимо, значит, Ethernet Bridge Tables, есть также в более модном современном инструменте, который называется NF Tables. Не помню, от чего он, нет фильтр, да, наверное. Вот. В нем есть также слой, который занимается именно фильтрацией трафика, проходящего через бридж. Об этом мы еще поговорим, но пользоваться этим не будем. Вот. Значит, ну, в смысле, не сможем. А мы с вами сосредоточимся на сетевом и транспортном уровне, потому что задача ограничения преобразования и учета трафика, как правило, это задача идентификации источника трафика, то бишь что-то на сетевом уровне, и задача какого-то изменения, преобразования, принятия решения о допустимости или недопустимости и так дальше этого самого трафика, где, скорее всего, нам понадобится взаимодействовать с потоками данных. Вот. Значит, поэтому уровень транспорта. Вот. Этой задачей занимается тоже, на самом деле, больше, но вот из таких самых известных подсистем их две. Это подсистема IP Tables, вот, которая... про которую я все время читал лекции, пока не освоил NF Tables. Вот. Она, собственно, эта система базируется на поддержкой такой штуки, которая называется NetFilter внутри ядра Linux. Вот. И, собственно, IP Tables – это та часть, которой мы управляем содержимым этого NetFilter из User Space, ну и плюс, соответственно, логика управления этим. Вот. Опять-таки, говорить про IP Tables мы с вами не будем, потому что времени нету, а вместо того, чтобы это делать, поговорим сразу про основной на сегодня, для сегодняшней лекции инструмент, который называется NF Tables, который решает все нужные нам задачи. Вот. Главный сайт — это nftables.org, Вики. Вот, там очень-очень-очень много всякой документации, в которую мы будем время от времени заглядывать. Как обычно, рекламирую статью на Archiviki, потому что Arch, пожалуй, самое такое, наиболее на сегодняшний день, сообщество наиболее сосредоточенное на сборе и систематизации информации, да, community-based. Вот. Очень хорошая статья про использование NF Tables, настолько хорошее, что мы даже всю ее не сможем сегодня проделать. Все, что тут написано, ну, потому что, смотрите, какое здоровенное правило. Нам, конечно, такое правило вручную писать мы задолбаемся. Вот. Как вообще идеологически устроены межсетевые экраны в Linux? Поскольку Linux машинка, ядро линуксовое, это вполне определенная штука, вот, со своими вполне определенными терминами, ну, например, у нас есть сетевые устройства, да, интерфейсы, через которые мы получаем пакеты в систему, то принято изображать обработку трафика, который проходит через линуксовое ядро, в виде вот такого рода диаграмм. Вот такого, таких вот диаграмм. Вот. Значит, это диаграммы, как видите, для NF Tables она довольно сложная. Вот. Хотя, если внимательно посмотреть на картинку, выясняется, что это в действительности, ну, например, на прикладном уровне NF Tables не работает вообще. Здесь нету ни одного цветного элемента, да. Вот. На уровне, допустим, сетевом и выше, на уровне сетевом и транспортном, эта картинка превращается в довольно простую, вот такую. Мы эту картинку еще сейчас рассмотрим. Вот. На уровне интерфейсном и, соответственно, там, где у нас необходимость в фаерволе на бридже возникает, эта картинка имеет вот такую структуру, и мы про нее говорить не будем за недостатком времени. А еще есть отдельный слой, который позволяет что-то такое делать с ARP-запросами. Мы помним, что мы даже прокси-ARP умеем делать,
Да, так вот, ARP-запросы, они с точки зрения NFTables вообще относятся к еще одному слою, потому что он, как вы помните, межуровневый. Там есть и IP-адреса, и MAC-адреса, и что-то с этим надо отдельно делать. И вот в NFTables есть отдельная подсистема, которая обрабатывает ARP-протокол. Соответственно, в этой диаграмме есть, собственно, полученный пакет. Ингресс – это некий общий, общий поток входящего трафика. Дальше мы определяем, является ли это бриджом. И если является, то у нас отдельный комплект правил, связанных с обработкой бриджом, после чего, значит, этот уходит. А если это не бридж, но протокол ARP, значит, нам нужно решать по отдельному комплекту правил, связанных с ARP-протоколом. И, наконец, то, что интересует нас, если это IP-протокол, то есть пакет явно уровня сетевого с вкраплениями, значит, в него TCP, UDP и так далее, то нас интересует, собственно, вот этот уровень, который здесь назван уровнем IP. Это, кстати, картинка, мне кажется, прямо из документации по NFT. Вот. Значит, просьба не пугаться, поскольку все эти слои разделенные, и нам нужен только зелененький слой. Вот. Вот этот зелененький слой на самом деле выглядит вот так. Кстати сказать, вот эта схема, такая же точно схема, используется и в предыдущем, все еще повсеместно функционирующем фаерволе в Linux, который называется IPTables. Вот. Вот у нас есть полученный пакет. Этот полученный пакет сначала, в момент получения, обрабатывается группой правил, которые называются prerouting. Я сейчас намеренно говорю группу правил, а не таблицы, цепочки и так дальше, чтобы вас не запутать. Группа правил. Есть все полученные пакеты, обрабатываются группой правил prerouting. Дальше происходит решение о том, куда этот полученный пакет маршрутизируется. Допустим, он предназначен нашему компьютеру, и это значит, что его нужно, собственно, эскалировать, поток вот этот IP-шный нужно превращать в TCP, а потом, собственно, этот TCP отдавать приложению. Это полученный трафик. Поскольку он полученный, он обрабатывается группой правил, которая называется input, и отдается приложению. Это первый путь пакета, который может быть в фаерволе зафиксирован. Второй путь пакета – это когда само приложение генерирует трафик, вот, и этот трафик нужно будет дальше куда-то пересылать, преобразовывать, шейпить, ну и так далее. Приложение генерирует трафик, по пакету, по IP-пакету решается его назначение, куда он маршрутизирован. Вот, и на основании этого, уже после принятия решения маршрутизации, мы обрабатываем его цепочкой output, группой правил output, вот, на выходе. Не наоборот, потому что, например, это может вообще к сети не иметь отношения. И после обработки группы правил output, предназначенных именно и только для исходящего трафика, мы попадаем в группу правил post-routing, которые предназначены для любого... Не исходящего, группа правил output предназначена для обработки порожденного нами трафика, а группа правил post-routing непосредственно перед отсылкой пакета в интернет, ну, в какой-то интерфейс, обрабатывает, собственно, любой исходящий трафик. Это второй путь пакета. Приложение породило трафик, output, post-routing, выход. И, наконец, третий путь пакета – это когда наш компьютер работает маршрутизатором, вот, и после принятия решения от маршрутизации, а маршрутизация оказывается, что пакет надо пересылать дальше. Тогда он обрабатывается специальной группой правил под названием forward, предназначенной именно для случая пересылки пакета из одного интерфейса в другой, ну и post-routing, поскольку при отсылке еще такая группа правил требуется. Вот. Теперь относительно терминологии. Относительно терминологии, значит, ситуация следующая. Каждая такая группа правил носит в терминологии NFTables название hook, крючок. То есть приходит пакет, на крючке под названием prerouting висит несколько обрабатывающих правил, этот самый prerouting.
Дальше он уходит куда-то, например, попадает в форвард, на крючке под названием форвард висит некоторая группа правил, обрабатывающие пакеты типа форвард. Вот, хук. Я ее перевел на русский как контрольная точка. Пакет обязан пройти вот эту контрольную точку, вот эту и вот эту. К каждой контрольной точке может быть привязана так называемая цепочка. Вот они тут вот такими вот отрезками обозначены. Цепочка – это набор правил, которые решают какую-то пользовательскую задачу, фильтрации, перенаправления, видоизменения, короче говоря, фаервольную пользовательскую задачу. Конкретную. Вот. Например, мы с вами пользовались NFTable и устраивали правило, которое решало задачу трансляции сетевых адресов. Вот такого сорта правил, возможно, не одно, лежат в цепочке. Эти цепочки могут быть привязаны к конкретной контрольной точке, то есть повешены на хук. И когда пакет попадает в эту контрольную точку, все эти цепочки по очереди обрабатываются. Ну, понятно, там внутри них есть правила, которые по определенному принципу срабатывают или не срабатывают внутри цепочек. А сами цепочки обрабатываются в порядке их приоритета. Можно задать каждой цепочке отдельный приоритет, и вот в порядке их приоритета сначала обработать наиболее высокую приоритетную цепочку и так далее. Вот, пакет, попавший в цепочку, сюда вот, в группу правил отдельную. Если на то не было специальной отдельной директивы, а вот теперь этот пакет обрабатывается не здесь, этот пакет возвращается обратно в контрольную точку, например, будучи уже изменен цепочкой, ну там, правилом, которое модифицирует, да, и попадает в следующую цепочку, потом в следующую и так дальше. Вот. В цепочке может быть явно указано, а теперь, пожалуйста, все, другой пакет, иди вон туда, и тогда он уже не вернется в контрольную точку, а пойдет вон туда. Вот. Цепочки могут быть свободными, не привешены к хуку. Эти свободные цепочки, к ним происходит обращение по явному запросу изнутри другой цепочки, там должно быть правило, а теперь сходим вон к той свободной цепочке. Мы все это посмотрим глазками, делать мы это не будем, потому что это слишком сложная конструкция, а глазками посмотрим. Вот такие вот, вот такая вот достаточно простая картина. При прохождении каждой контрольной точки обрабатываются группами правил, каждая группа правил описывается отдельно, она называется цепочка. Теперь немножко усложнение, которое вас всегда будет преследовать, к сожалению, или не к сожалению, в общем, специфика. Немножко усложнение, которое всегда будет вас преследует при работе с фаерволами в Linux, это цепочки versus таблицы. Помимо, значит, понятия цепочки, вводится еще понятие таблица. И таблица – это группа однотипных, похожих друг на друга цепочек, которые в реальности могут висеть на разных контрольных точках. Таблица – это штука, которая решает определенную большую задачу. Например, для того, чтобы обработать пакеты, ну, допустим, там, пользовательского уровня, вам нужно, во-первых, их занатить, потому что нужен NAT, во-вторых, их зашейпить, потому что вы хотите делать балансировку для таких пользователей, в-третьих, ну, не знаю, там, пофильтровать пользователей, вернее, айпишники, находящиеся в черном списке. Все это можно собрать в одну большую таблицу, назвать таблица пользователей, и привести ее. При этом цепочки развесятся на соответствующие хуки. Вот. Смысл таблицы стоит в том, что ее можно включать, выключать, да, добавлять, удалять. И при этом вот однотипные вот эти вот цепочки, составляющие эту таблицу, будут привешиваться к хукам и отвешиваться туда. Вот. Идея стоит в том, что когда вы редактируете таблицу, там описано, как решать одну конкретную сетевую задачу. Вот такие дела. Значит, ну вот, мне кажется, эта картинка достаточно явно поясняет, что такое цепочка и что такое таблица. В NFTables есть самые разнообразные типы данных. Вот. Тут их прям очень много. То есть, когда вы описываете правила, вы используете какие-то значения, которые могут быть различных типов данных. Кстати, NFTables умеет описывать, какие бывают типы данных. Например, какие бывают имена интерфейсов, что такое имя интерфейса, или какие бывают, в общем, вот. Как выглядит, например, дата,
как выглядят, ну, в общем, вот их тут много, да, поскольку их довольно много, мы сейчас все это не будем рассматривать, просто имейте в виду, что когда вы пишете правила для NF Tables, различные части этих правил ссылаются на данные различного типа. Вот. Из этих самых данных можно формировать всякие структуры данных. Например, интервал – это два временных, начало и конец, два данных типа время, да, кажется так. Нет, извините, соврал. Два данных типа IP-адрес. Интервал – это интервал IP-адресов. Вот. Или множество. А, нет, concatenations – это не множество, это… А, нет, да, множество, видите? Вот. Или, например, какие-то даже математически простейшие операции можно проделать. Короче говоря, когда вы манипулируете типами данных в NFTables, вы можете создавать довольно сложные структуры, которые тоже являются частью правил. Вот. Отдельно я ссылаюсь… Словари даже есть какие-то, видите? Во. Отдельно я ссылаюсь на эти типы данных, чтобы вы понимали, что синтаксис NFTables достаточно непрост, развесистый и удобен для того, чтобы задавать сложные правила по обработке пакетов. Вот. Ой, вот есть словари, а есть словари вердиктов. Смотрите, тип данных, двоеточие, команда. Тип данных, двоеточие, команда. То есть вы можете составить некий словарь по какому-то, значит, данному, какую команду делать. И таким образом сократить себе написание, писать не 10 правил, да, а одно правило, которое что-то делает, а что именно оно делает, описано вот в этих самых командах. Вот. Если мы успеем, мы еще даже посмотрим, есть такая штука — счетчики. Вот. Вы можете создать счетчик, а потом написать правило, что на основании значения этого счетчика что-нибудь делать или не делать. Сложная штука. Прежде чем мы займемся некоторой практикой, хочу сказать, что вокруг систем межсетевого экранирования, конечно же, написано какое-то количество оболочек для пользователей. Довольно известная штука — это Firewall D. Вот. Это такая попытка сделать межсетевой экран такой, как в Windows. То есть у нас есть отдельно работающий, кажется, NFTables, вернее, кажется, IPTables, а может быть и то, и другое уже. Давайте поищем. Ага. Значит, видите, в докере только IPTables, а так-то, значит, и в NFTables тоже. Вот. И к нему привязан некий интерфейс управления, который может прямо в пользовательском режиме вам сообщать о том, что открыто соединение, разрешать это соединение и нет, и динамически строить таблицы доступа. В принципе, за всю мою практику работы с Linux ни разу в жизни мне не потребовалось это. Вот. Почему-то. Но, наверное, это кому-то в каких случаях бывает нужно. Имейте в виду, есть такая штука, называется Firewall D. Вот. Более интересный проект, который называется ShareWall. Он, правда, кажется, не имеет NFTables-ского бэкэнда, а только IPTables. Ну, тут, по крайней мере, так написано. Ну, не знаю. В любом случае, более интересный проект, который называется ShareWall, который выглядит следующим образом. Давайте попробуем тут какой-нибудь examples. Да. Вот. Идея стоит в следующем. Вы описываете на некотором языке структуру вашей сети. То есть, какие в ней есть абоненты, где маршрутизатор, где, значит, там, допустим, DHCP-сервер, где еще что-то, где NAT, структуру сети. Сейчас, давайте попробуем sample. Нет, тоже нет.
А, собственно, все. То, что мы видели, это и были конфиг-файлы для ShareVol, они просто очень коротенькие. Видите? Policy, Firewall, все. Ну, ладно, короче, давайте мы сюда не будем забегать слишком глубоко. Имейте в виду, что проект такой существует, ShareVol. Вот, и идея его состоит в том, чтобы вместо написания правил Firewall написать структуру сети, из которых для каждого хоста сгенерируются эти правила Firewall, раздать их по каждому хосту и как бы в них туда не глядеть. Эти генераты иногда страшны. Вот. Мы же с вами, соответственно, займемся сейчас конкретно NFTables. Вот. И конкретно сделаем это внутри наших с вами виртуалочек. Так, значит, мы сделаем сервер SRV, который будет с одной стороны нашего фаервола, вот, смотреть, что происходит. Мы сделаем сервер-роутер, который будет между, значит, сервером и фаерволом, вот. И мы сделаем поначалу одного клиента, если успеем, сделаем второго клиента, который будет с той стороны от фаервола, и смотреть, как между ними все это происходит. Вот. Значит, сейчас я очень долго думал сегодня, пользоваться ли одной читерской штукой или не пользоваться, и решил для быстроты воспользоваться одной страшной читерской штукой, которую я тайком встроил в образ. Вот, в домашнем задании им пользоваться будет нельзя. Этой штукой, к сожалению. Читерская штука вот как выглядит. Сейчас покажу. Вы можете ее использовать для тренировки, вот, своих, так сказать, упражнений, для упражнений, но нельзя ее использовать в домашнем задании. Читерская штука смотрит вот сюда. Да, читерская штука работает только если вы пользуетесь скриптом под названием VBSnap моим. Вот. Потому что этот скрипт встраивает в поля аппаратуры, встраивает в том числе, сейчас покажу, ой, что не встраивает? Ой, он тут старый. Ха-ха-ха. Тут старый образ. Нет. А, стойте. Простите. Угу. Во. Окей. Так. Сейчас посмотрим, работает ли эта штука или не работает. Я надеюсь, что работает. Давай. О, значит, я вставил абсолютно читерскую штуку, которая в аппаратный профиль записывает в виде строки, каким сетям принадлежит, какие сети настроены на нашей виртуалочке. Вот. Соответственно, написал скрипт, который на основании этих данных настраивает сеть. Вот.
Вот он видит, что у нас ETH1, значит, интерфейс присоединен к сети Интернет, выдает ему IP-адрес на этой сети. Вот. Это все абсолютное читерство, вот. Но зато можно сэкономить себе тучу времени, если вам нужно создавать виртуалки, удалять виртуалки, вот, чтобы руками каждый раз не настраивать все с нуля. Вот. Естественно, в домашнем задании надо будет написать системдэшный network файл для настройки, а не вот это вот все. Но мы с вами вот, да. Значит, он же еще, по-моему, этот читерский скрипт сразу делает. IP forwarding. Вот. Ну, такое. Хорошо. Значит, давайте мы создадим теперь этот самый роутер, вот, на котором мы, собственно, будем огородить наш фаервол. VB-connect роутер. Пока мы там коннектимся, сделаем еще этот самый клиент. Вот этот роутер. Вот. Как видите, у него есть... Опа, а что, он не в том порядке? Или я так сказал ему? Сейчас, секунду. Да, у него, значит, на этаж 2 сеть к СРВ, а на этаж 1 у него сеть к клиенту. Ну окей, ладно, подумаешь, проблема. Давайте еще ради того, чтобы упростить себе задачу, запустим на каждой из машинки по авахе, потому что мне совершенно лень каждый раз вспоминать, какой тут IP-адрес. Вот. И тогда они будут друг друга видеть. На этой машинке я не обновил образ. Но мне лень, честно. Хорошо, нам спинг-то нам не нужен. ССХ работать будет. Вот. Пинг будет работать, если вы не сделаете, как я, и обновите образ на более свежий. На этой машинке более старый образ, я забыл это сделать. Ну, извините. Все равно у нас ССХ будет пользоваться. Смотрите, вот у нас с клиента виден роутер, с клиента не виден сервер, потому что... А почему, кстати? А потому что у нас api-route add... Default via вот это. А теперь, я думаю, еще и сервер будет работать. Только надо айпишникова узнать, потому что, конечно, нам никто через не ретранслирует. Да, нам никто не транслирует адрес СРВ, но мы это можем сами узнать. 10.0.9.1. Ну, отлично. Давайте попробуем. Не работе. А, потому что там тоже надо сделать. На сервер надо тоже адрес сделать. IP. Default. Yeah. 10.0.9.2. Да.
Так, пробуем. О, it works. Вот, значит, вот сейчас у нас есть маршрутизатор между двумя машинками клиент и сервер, и вот на этом маршрутизаторе мы сейчас будем наводить всевозможные порядки. Для начала просто запустим сервис NFTables, который ни на что не повлияет, потому что по умолчанию в этом сервисе все настройки, все разрешать. Вот, посмотрим правила. Вот мы первый раз встретились с синтаксисом NFTables, в котором написано буквально следующее. Таблица типа init. Тип init означает, что эта таблица одновременно относится к IPv6 и к IPv4. Вот это слово, к сожалению, оно похоже на название типа таблицы, но нет, это слово может быть любым. Это название таблицы. Это таблица, напоминаем, что таблица это вот это, группа правил, которые могут быть привешены к различным хукам. Вот, в данном случае тут есть три цепочки. Эти цепочки, вот здесь вот названия тоже случайные, могут быть какие угодно, это имена собственных цепочек. И эти цепочки привешены к трем различным хукам. На вход, на forward и на выход. То есть в данном случае мы видим, что у нас есть три цепочки. Одна привешена вот сюда, input, другая вот сюда, output, а третья вот сюда, forward. Как это видно? Тип цепочки фильтр, это тип, да, мы говорим, что цепочки делятся на типы, это тип цепочки фильтр, это фильтрующая цепочка, привешена она к инпуту, приоритет у нее какой-то, вот это слово фильтр, это другой тип данных, в данном случае это просто номер приоритета, он 0, вот, и по умолчанию все, что проходит через эту цепочку, принимается, то есть любой пакет в нее входящий, немедленно из него выходит, потому что тут ничего больше не написано. Тип цепочки forward, значит, нет, цепочка как-то называется, привешена, тип у нее фильтр, привешена она к хуку forward, то есть вот сюда, вот, priority у нее фильтр, policy accept. Короче говоря, как раньше все работало, так и сейчас все будет работать. Пожалуйста, работает. Мы достучались от клиента к ярлу. Что можно сразу посмотреть, что можно с этим сделать. А, да, значит, есть очень неплохой ман по этому NFT. Вот он. Значит, причем это какой-то не настоящий ман. Тут ман совсем другой. Тут ман типа такой, инструкция, а здесь вот он с какими-то примерами. Вот. А, нет, слушайте, там только TLDR к нему. Да, значит, в этом мане просто приписан вначале TLDR, и тот, кто приписывал этот TLDR, у него, значит, суду головного мозга, вот, значит, в очередной раз, уже не помню в какой, напоминаю, что не нужно начинать все свои команды со слова суду, даже если вы не как мы. Ну, у нас-то вообще не нужно, потому что мы всегда работаем с правами суперпользователя. Но даже если вы не работаете с правами суперпользователя, вот это вот Ubuntu style, начинать любую линуксовую команду с sudo, это плохая практика. В первую очередь, эта практика плоха вот чем. Предполагается, что вы работаете под управлением обычного пользователя, вызываете sudo, который повышает привилегии до суперпользователя, выполняете некоторые задания с правами суперпользователя и возвращаетесь обратно. Сколько и каких файлов при этом с правами суперпользователя, недоступным обычному пользователю, создастся в вашем домашнем каталоге, вопрос сложный. Да? То есть вот это частичное, вернее, временное повышение привилегий может привести к тому, что вы свой домашний каталог загадите файлами, которые вам не принадлежат. Это еще самый простой вариант. Более сложный вариант состоит в том, что,
не стоит выполнять вот все подряд с помощью суду, особенно если это не нужно. Правда, управление фаерволом требует прав суперпользователя, это верно. Но нам для домашнего задания суду не понадобится никогда, потому что мы всегда работаем с правом суперпользователя. Вот, значит, отдельная тема, можно сказать, чтобы он показывал не только содержимое правила, но и номер ручки. Ручка 1, ручка 2, ручка 3. Это понадобится в том случае, если вы хотите удалять правила соответствующие, но вам, честно говоря, лень воспроизводить само правило для того, чтобы его удалить, а говорите, просто отвинтите правило вот от той ручки. Тогда вы говорите, удалите, пожалуйста, правило из вот этой таблицы, вот этой цепочки, ручка 2. Вот. Для этого служит ключик минус А или минус-минус handles. Вот. Поехали дальше. Давайте мы попробуем. Помните страшный NAT, который нам сделал SystemD NetworkD в прошлый раз из NFTables. Давайте попробуем сделать чуть более простой NAT, который не привязан был. Помните, у SystemD NetworkD идеология следующая. Вообще-то NAT навешивается на исходящий интерфейс. Это вообще построутинг цепочка. Вот. Но у SystemD NetworkD такая идеология, что мы значит, навешиваем на исходящий интерфейс, мы говорим, что вот все пакеты вон из того интерфейса нать, а из того не нать. Вот. В действительности это несколько противоестественно, потому что, еще раз, да, NAT делается после всего. NAT делается после, source NAT делается после того, как уже принято решение маршрутизации. Мы пакет смаршрутизировали, вот тогда в нем можно подменять IP-адрес. Вот. Давайте мы упростим цепочку NAT для SRV, допустим. Сейчас, а тут тоже ведь IP route, IP route. Add default via что там? Via SRV. А я могу написать SRV local, интересно? Нет, не могу. Хорошо. А, хорошо. А хост SRV local? Тоже не могу. О, так могу, отлично. 10.09. Вот. Значит, напоминаю, что все наши машины в результате этого хака работают IP-форвардерами, маршрутизаторами, ну, чтобы вот поменьше нам действий делать. Да, так вот, значит, давайте попробуем настроить вот здесь вот на роутере выходящий NAT, чтобы, значит, при попытке зайти на SRV, при попытке зайти на SRV у нас были пакеты не от клиента, не от клиента, видите, он 10.04.3, да? А, как полагается, сейчас, секунду, у меня тут, я перепутал все, вот, да, чтобы у нас сейчас при попытке соединения был настоящий source NAT, вот, который бы подставлял адреса роутера в это место. Для этого надо что сделать? Для этого надо взять файл etc.nftables.nft и добавить туда еще одно правило. Точнее, еще одну таблицу, table, назовем ее natter какой-нибудь. Вот, и мы знаем, что для этого нужно цепочку, которая тоже, там, do not. Вот, type, я думаю, что так и будет not, hook post routing,
Для роутинг через O priority src.net priority src.net policy accept, не знаю, нужно, не нужно. Что? Такая не нужна. А, policy все-таки нужна, да? Ну, значит, policy accept. Вот. И, собственно, это описание нашей цепочки в нашей, значит, в нашей таблице Natter. И мы сейчас добавим туда единственное правило, что вот оно, что на выходном интерфейсе etage 1 мы добавим маскарадинг. Вот. По идее, после этого давайте проверим только сейчас. Давайте проверим, что у нас работает nft-f, что там нету синтаксических ошибок, вроде нету. Так, значит, давайте посмотрим list rule set. Вот оно наше описание. Мы синтаксически с первого раза все правильно сделали. Вот. И давайте посмотрим, что действительно при попытке соединения с клиента. Как видите, это соединение нам разрешили. Вопрос в том, от кого пакет приходит. Все равно 10.04. Что я сделал неправильно? А! У меня в роутере этаж 2. Вот исходящий. Хорошо. Поменяем. Я случайно задал, когда конфигурировал, у меня внешняя сеть это этаж 2, а внутренняя сеть этаж 1. Во. Ну-ка. Пробуем. О! Видите? Он уже считает, что подключение происходит от хоста по имени СРВ. Ну, давайте минус ИН, минус НИ, чтобы уж точно. Сейчас, секунду. О, 10.091. Только не СРВ, а роутер, естественно, я соврал. Роутер. В общем, идея стоит в том, что что внезапно он подключение, ну, как внезапно, в силу нашей настройки вот этой, пакеты, которые выходят через интерфейс ETH2, приобретают его адрес. Напоминаю, что слово маскарад это source NAT с установлением того IP-шника, который в данный момент на данном интерфейсе нарисован. Вот. Вот так выглядит это дело. Кстати сказать, давайте мы сейчас попробуем удалить это правило. NFTables. Ну, мы можем просто удалить таблицу, и тогда удалится все вместе с ней. Да. И нет. Вот. Но это неинтересно. Да, так-то каждый может. Попробуем удалить правило. Так. Delete, что там? Rule. И нет, Natter. Донат. Handle 2. О! Смотрите, что я сделал. Я удалил конкретное правило, которое торчало из ручки номер 2. Удалил правило из... Да, из таблицы Natter типа и нет, из цепочки донат, привинченной ко второй ручке. Вот.
Если я сейчас скажу рестарт, все вернется к своим естественно исходным настройкам. Такие дела. И это что касаемо... Да, кстати, обратите внимание... А нет, мы еще этого не делали. Мы сейчас позже это сделаем. Значит, обратите внимание на то, что по умолчанию все очень тупо выглядит, все еще тупее выглядит, чем вы думаете. Потому что в действительности NFTables это просто программа, а для запуска NFTables, чтобы она прочитала содержимое файла, надо прям так и сказать. Прочти содержимое файла. И запустись. Вот. А при релоде оно сначала делает флаш, то есть выбрасывает все, что есть в рулесет. А потом как бы инклюдит это содержимое этого файла заново. Вот. Кстати, есть команда include, мы сегодня и попробуем воспользоваться. Вот, значит, это что касаемо синтаксиса. Теперь давайте попробуем ограничить доступ к, ну, тому же, не знаю, там, кому? К роутеру. Да, вот это на роутере я сделал. А без разницы на ком. Ну, допустим, на роутере. Да? Значит, что мы делаем? NFT, add table. Который будет называться... А, смотрите, тут прям я даже могу не добавлять table, я могу его добавить в... отлично, add chain. Нет, фильтр. Напоминаю, что вот этот фильтр, вот это слово фильтр, это название таблицы, в которую добавляю свою цепочку. Вот. Назовем этот chain restrict, который будет ограничивать доступ. И там все будет просто. Это цепочка типа фильтр. Хук у нее, видимо, input, потому что на входе. Priority. Ну, не знаю, пускай будет фильтр. Policy. Drop. Да, только вот. Так, только давайте мы возьмем это в кавычечки. Да, еще в этой статье тот человек, который был болен, у него было суду головного мозга, еще он не справился с квотированием немножко, у него там какие-то бэкслэши. Вот не делайте так. Смотрите, вот я добавил конфигурационный файл, без изменений конфигурационного файла, добавил правила, даже целую chain, целую цепочку добавил, без изменений конфигурационного файла, а прямо в голову нет фильтра. Вот, давайте посмотрим рулесет. Вот он, restrict. Поскольку здесь стоит policy drop, сейчас у меня входящие соединения, input, работать не будут. Потому что по этой цепочке пройдемся, а вот эта цепочка дропает вообще все. Давайте проверим это. Подключение, SSH, как его фамилия, router.local. Упс. Вот. Значит, более того, по IP-адресу оно тоже не работает. Упс. Вот. Значит, почему так? Да потому что мы сейчас наш фаервол дропает все соединения, которые на него приходят. Давайте теперь добавим сюда же правила рули в таблицу и нет фильтр цепочку restrict. И правило будет такое. Если у нас идет подключение по TCP на 22 порт, accept. По-моему, этого достаточно. Давайте посмотрим, что там с точками, с запятыми. Нет, все, даже вот эту хрень не нужно писать. Bams restrict.
Вот, что здесь написано? Мы добавляем еще одно правило в таблицу initFilter, в цепочку restrict, которая будет говорить, что на 22-м порту, пожалуйста, соединение подцепляй. Давайте посмотрим, значит, как это теперь выглядит. Вот это наша цепочка. В этой цепочке policy drop, то есть если пакет ничем не отфильтрован, то он выбрасывается. Но конкретно пакет на 22-й порт принимается. Проверяем. Упс, it works. Вот. Вот мы зашли на роутер. Тем не менее, вот такая штука продолжает не работать. Как вы думаете, почему? Вопрос к публике. Вот только что работало, а тут перестало. Народ тупит. Потому что мультикат DNS не работает. Мы разрешили подсоединение только на 22-й порт. Кто вам, из каких соображений router.local превратится в IP-адрес? Это же надо спросить. Надо разослать окружающему некоторый бродкаст. В этом бродкасте сказать. Тут вот спрашивают router local. Никто... Короче, мультикаст DNS не работает. Надо его разрешить. Давайте разрешим. Мультикаст DNS, как известно, работает по протоколу UDP, а порт у него 5353. Ну и restrict, да. Вот. То есть теперь нам мы разрешаем принимать TCP-соединение по 22-му порту и UDP-пакеты по 5353 порту. Вот я вангую, что сейчас заработает. Такие дела. Значит, это был разговор про фильтрацию. Обратите внимание на то, что это было динамическое изменение текущего рулесета. Если мы сейчас скажем рестарт, естественно, вот эти вот изменения нигде не отразятся. Очень хорошо. То есть теперь мы принимаем эти самые мультикаст DNS соединения на 53-53 порты. Все остальное мы не принимаем. Если мы сейчас что-нибудь еще придумаем, оно опять перестанет работать. Имейте это в виду. Так, следующий акт Мелезонского балета – это проброс портов. Проброс портов – это ситуация, когда мы присоединяемся, мы его, кажется, делали с помощью TC, по-моему, делали, когда мы присоединяемся к машинке номер A, да, потому что это, собственно, проброс портов – это же destination NAP, да, мы присоединяемся к машинке номер A, например, к роутеру, а в действительности это соединение не на роутер, а перекидывается на клиент. Вот. Давайте это сделаем. Значит, давайте мы сделаем так. Во-первых, мы ради просто ради эксперимента создадим новый файл, он будет называться forwarder.nft. В этом новом файле напишем table IP. Протокол IP это означает IPv4, и нет означает все, IP это IPv4, в общем, без большой разницы, но пускай будет. Вот, напоминаю, что название таблицы может быть каким угодно. Chain, ну, допустим, SSH, это у нас будет проброс порта на машину клиент, и здесь... Да, значит, тип ячейки, тип чейна, значит, type у нас NAT, потому что это destination NAT. Что там, hook, prerouting, потому что это destination NAT, мы только получили пакет и тут же должны сделать в нем подмену, да, source NAT, когда мы преобразуем при выходе, а destination NAT преобразуется при входе. Hook, prerouting, priority. Соответственно, priority, не помню какой, по-моему, там есть специальный priority под названием destinat, да, так и есть, вот, policy по умолчанию accept, вот, и здесь мы, собственно, пишем правило, что TCP на порт
202-2222 в действительности превращается в DNAT-2. Здесь нам надо все-таки написать IP-адрес этого самого клиента. 4.3 он называется, да? Нет, да. 4.3, кажется, давайте посмотрим. Да, 4.3. Вот. 3, порт 22. Эй. Мне кажется, что этого достаточно. Сейчас. Я тут обнаружил, что... Такой FTP. Я обнаружил, что... А, минус C. Вот. NFT минус C. Чё? А, минус F. О! Ошибочка, говорит. Priority. Ну, да, priority это неправильно. Priority. Вот так. Проверяем. Нет там слова порт, а вместо слова порт надо писать 2.22. К синтаксу надо привыкать. О, работает. Теперь мы его инклюзим. Форвердер я назвал. Ну и фиг с ним. Нет, так некрасиво. Теперь мы его инклюдим куда-нибудь вот сюда. Вот. Проверяем, что все вместе работает. Оно работает. Делаем рестарт. Вот. И получаем, что у нас есть теперь еще и... Давайте list rule set. У нас есть еще и destination NAT, то есть, по идее, подключение к роутеру по порту 2222 должно перебрасывать нас на клиент на порт 22. Пробуем. Вангую, что не заработает. Ой, заработало. А почему? Ну, давайте посмотрим. Yes. У меня дома не заработало. Да, вот мы пришли на клиент. У меня вопрос ко мне. Вопрос ко мне, почему это роутер, это SRV, это клиент. Вопрос ко мне, почему оно заработало? По идее, не должно было. Роутер должен был нас нафильтровать. Или мы там... А, мы... Мы же, я же всем объяснил, что я делаю временные изменения правил, а сам, да, я же сказал рестарт. Помните, у нас в какой-то момент ничего не работало, пока мы не разрешили определенные порты. Ну, теперь-то у нас все порты разрешены. Да, вот он заработал. Значит, давайте еще контракт скажем. О, вот он. Контрекер, connection tracker. Да? У нас работает destination NAT, который подключение от 10.091 на 10.0902 на порт 2222 перенаправляет на 10.043 на порт 22. Вот такая фигня. Так, теперь, значит, то, что я не успел подготовить примеры, поэтому мы сейчас будем чуть больше тупить, но я думаю, что у нас все получится. Давайте сходим на страничку Arch'а и попробуем оттуда еще парочку примеров зарелизовать. Значит, пример с...
счетчиком. ЦТ это каунтер, что ли? А, это контракт. Я не вижу тут, собственно, самого каунтера. А, слово HTTPS. Set. Это множество. Я туплю. Ну, то есть, давайте попробуем это все воспроизвести тупо и посмотрим, что получится. Но мне пока не нравится то, что здесь написано. Ну окей, значит, смотрите, что тут написано. Тут описывается некая структура данных, которая будет использована в качестве счетчика, который будет считать, допустим, количество соединений. Да? А, вот метр, счетчик, все. Секунду. А тут же одно из другого получается, да, да, да. Получается. Нет, не понимаю, все равно не понимаю. Может быть, счетчик связывается с конкретным правилом? Да, да, здесь-то понятно, что, смотрите, здесь-то понятно, что я пытаюсь понять, как вот это работает. То есть тут-то множество, да, множество адресов, а здесь зачем? А, чтобы, все, я понял, чтобы посмотреть по имени, сколько раз вот эта штука дергалась, больше ни зачем. Смотрите, значит, мы определяем некое множество. Давайте это сделаем, слушайте, какие-то эксперимент проще, проще рассуждения. Давайте прям сюда вставим. А это, кстати, можно закомментировать. Удобная фишка с include состоит в том, что мы можем просто выбросить вот этот блок с destination date и при этом ничего не изменится. Только давайте мы его назовем не с HTTPS, поскольку HTTPS у нас нету, а что-нибудь такое. Да? Здесь, соответственно, destination port 22 и множество SSHS. А, IP, source address и counter. Вот что, вот три вещи, которые мы будем там хранить, так надо понимать. Update. Да. Пробуем. Вроде нормально. Так, что они там нам советуют, как посмотреть? Вот это наше множество. Ну, окей. Это был СРВ, секундочку. Вот так. Я все время путаюсь в них. Секунду. Вот так. Вот. Окей. Это было СРВ. А вот это роутер. Вот. Вот. О! Смотрите. Как было, как и было сказано, да, значит, по вот этому правилу мы. Сейчас, секундочку, list rule set. Да нет, list rule set. У нас есть табличка под названием, множество под названием SSHS, да, и, слушай, а я туплю. А, да, это множество. Сейчас, нет, я опять туплю. А, вот, все. И правило, значит, табличка под названием SSHS, множество под названием SSHS, и правило, которое обновляет это множество,
При каждом изменении connection tracker, да, если в connection trajectory появилось новое TCP-соединение на 22-й порт, мы обновляем эту табличку, в эту табличку записываем IP-шник, source-адрес и counter. Вот. И вот, собственно, вот эта табличка. Вот если мы еще раз туда сходим, и что-то там даже поделаем, эта табличка изменится. Да блин, опять я все запутал. Это роутер, это клиент, а это СРВ. Вот. Да, о! Да, а если мы сейчас попробуем еще из клиента присоединиться, ну-ка. То тут уже должно быть, по идее, да, видите, два множества. Вот одно соединение, вот второе соединение. Тут один раз такой пакет проскакал. Почему один? А потому что у нас правило было только new соединение, да, то есть только connect. Мы считаем количество пакетов типа connect. Вот. А, значит, а здесь уже два раза мы коннектились. Ну вот такая вот примитивная, ну как примитивная, не примитивная, да, достаточно хитроумная система счетчиков. Вот, последнее, что мы успеем на сегодня, то, что мы точно успеем на сегодня, это навесить на этот счетчик, а, тут еще одна есть, вот такую штуку. Ладно, потом. Вот такую штуку. Но это потом. Давай, значит, что мы точно успеем, навесить на этот счетчик блокировку от этого самого, от флуда. Если количество соединений или размер трафика превышает чего-то там, то добавить нарушителя в множество блокировки, а по множеству блокировки сказать, что всех этих ребят дропать. Да? Фактически, давайте попробуем это переделать. Значит, мы не только будем счетчик заводить, да? Но в этом счетчике не только счетчик заводить, но в этом счетчике давайте посмотрим, что делать. Зададим тайм-аут 10 секунд. Зададим предел limit rate over 10 в секунду. А size это что? Максимальный размер? Ну, давайте попробуем. Опять же, попытка, не пытка. Что мы собираемся сделать? Добрать счетчик, метр. Метер называется флуд, но он, как это просто его имя. Size. Вот что такое size, я пока не знаю, надо почитать. Давайте сначала, чтобы у нас получилось. Вот, дальше. Что мы добавляем? Что у нас считается метер? Значит, от данного хоста в течение 10 секунд limit rate over 10 в секунду. Да, rate over 10 в секунду, в секунд, вот, и что мы теперь делаем, обновляем, соответственно, содержимое, вот, без каунтеров, чтобы не считать, сколько их там, и говорим ему тайм-аут. Сколько там? Одна минута. Ну, одна минута много. Поставим там, не знаю, 30 секунд. Вот. Да, и, соответственно, второе, еще одно правило, которое будет блокировать
всех этих наших нарушителей, которые попали в Black Hole. Вот. Так, мне слово «каунтер» здесь не нравится, что оно означает. Ну ладно, давайте проверим, что это работает. Во-первых, проверим, насколько оно... Вот, что там не так? А, тайм-аут 10 секунд, да? Тайм-аут 10 секунд. То есть через 10 секунд сбрасывается, чтобы не копились сведения об этом, в этом человеке. Так. А здесь что не так? А, I'm out. I'm out — это плохое слово. Time out. Так. Ну вот, значит, у нас есть какой-то счетчик и какая-то... Тайм-аут 1H. Точно это правильный счетчик? Давайте-ка поправим это. Да, тут тайм-аут, да, вот, а вот так вот. Что это управляемый тип данных? Чё, нет. Вот, flux dynamic timeout. Ещё size есть. Все на месте. Ну что, пробуем. Значит, в чем идея? Мы должны попытаться много раз засыхаться на эту самую router local. Вот. Это делается очень просто. По 22-му порту. Во. Нас забанили. И теперь в течение 30 секунд мы будем забанены. После чего нас разбанят. А через 30 секунд... А через 10 коннекций снова забанят. Давайте, кстати, попробуем этот счетчик-то посмотреть. Вот. Через 9 секунд он заэкспарится. Через 4 секунды заэкспарится. Давайте пронаблюдаем, как нас разбанят и снова забанят. Ну, давай. О! Опять 10, сколько там, даже меньше, чем 10. Ну да, 10 соединений, нет, 5 почему-то. Ну, видимо, он как-то усреднил, не знаю, ну, неважно. Важно то, что вот оно работает. Вот нас опять забанили, мы опять висим в этом счетчике. И через 13 секунд нас разбанят. Ну, короче, вот, пожалуйста, значит, ограничение на... количество соединений там за определенный промежуток времени. Так, у нас осталось 2 минуты до конца, мне кажется, да, по расписанию. Значит, что мы не сделали из того, что было запланировано? Мы не сделали, ну, такой шейпинг для бедных. Тут есть вариант. Вот, ограничение скорости передачи. А, смотрите, это просто лимит на количество соединений в минуту, привязанный к connection tracker. Вот такое вот правило.
мы говорим, что destination port 22, ну, SSH, ну, при условии, что connection take, в контракте state new limit, state new, новые пакеты, приходили не чаще, чем 15 раз в минуту, тогда accept. А вангую, что типу этой дефолт policy у этой цепочки будет drop. И вот он drop. Да? То есть вот к тому правилу, которое мы делали, можно добавить вот такой модификатор вот к этому правилу. Вот к этому правилу можно добавить модификатор. Вот к этому правилу можно было добавить модификатор на connection tracker, и тогда бы у нас, например, вот это подключение разрешалось не больше, чем 15 штук в минуту. Вот. Делать мы это не будем, времени у нас нету, хотя это буквально несколько секунд, но бог бы с ним. Давайте лучше поговорим вот о чем. Как уже было сказано, межсетевые экраны бывают различного уровня. На самом деле в современном мире довольно популярны межсетевые экраны прикладного уровня, которые парсят тот прикладной протокол, который ходит между вашими сайтами. Потому что именно там можно сделать вывод о том, допустим, ну самый простой и тупой межсетевой экран прикладного уровня – это антиспам в почте. К вам по протоколу SMTP приходят какие-то данные, вы анализируете эти данные, анализируете свойства протокола SMTP, например, валиден ли отсылщик, да, хорошо ли выглядит протокол пересылки вашей почте, и на основании этого принимаете решение фильтрации или не фильтрации почтовой пересылки. Да? Или какой-нибудь, не знаю, контент-анализатор, который, значит, вырезает из вашего контента неприличные картинки. Что-нибудь такое. Вот. В действительности задача межсетевого экранирования прикладного уровня существенно более сложная, чем то, что я говорю, но я не очень в теме. Это такие штуки, которые не часто встретишь на банальной Linux-машине, это обычно этим занимаются какие-то крупные провайдеры, вот это все. Поэтому мы про это не говорим. Просто имейте в виду, что такая задача есть. Значит, домашнее задание, я его закомментировал, хотя оно, скорее всего, не изменится с прошлого раза. Вот, оно будет состоять в том, чтобы настроить фаервол вот на такой как раз площадке с несколькими фичами. А, вот что мы не успели табличку построить. Ну, предполагалось, что не успеем. Вот. Значит, такой вот площадки с несколькими фичами. Я посмотрю по объему работы. Может быть, я как раз на дом задам, чтобы можно было сделать именно с табличкой. Вот. Это несложно совсем. Просто на одну машинку больше и чуть-чуть другая структура данных вправили. Ну, собственно, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Вопросов нет. Ну, хорошо. Значит, в следующий раз у нас то, что я обещал в этот раз, а именно туннели, туннелирование, в частности VPN. Вот. Да, значит, когда это все будет, я еще не знаю, но очевидно, это будет уже в мае месяце, да? Давайте посмотрим. Да. А, вы знаете, что 2 мая учебный день? А, ну 2 мая это не 1 мая, да? И вообще устраивать 2 мая какую-то лекцию, никто ж не придет. Может подключиться. Ну окей, все равно 2 мая это не 1. Наша лекция сетевая прям выпадает. Безобразие какое. Да, 8 тоже выходной. Значит, осталась одна лекция. Потому что 22 это уже зачетная сессия, да? Вот. Соответственно, для 4-6 курсов это задание, эта лекция последняя. Вот. Для нас с вами минимум одна лекция будет. Ну, видимо, максимум тоже одна. Значит, 1-12 лекция выпадает. Ладно. Короче, ладно. Значит, я подумаю еще об этом. Не хочется. Ну, на самом деле, вот эта штука, она такая про ССХ, про ключи, вот мы ее уже 1000 раз слушали. Возможно, ее можно и пропустить. И домашки по ней нет.
Все. Если вопросов нет, на этом спасибо. До новых встреч. Значит, предположительно, следующая лекция в мае и последняя.